История Доджи. Ранние годы и основания. 1897-1914. Ранние дни. В 1897 году Джон Фрэнсис Додж и Хорас Элджин Додж, братья и опытные машиностроители, начали свой путь в автомобильной индустрии с велосипедного бизнеса в Детройте, штат Мичиган. В 1900 году они переключили свое внимание на автомобильные запчасти, основав компанию Dodge Brothers для поставки точных двигателей и шасси для развивающейся автомобильной промышленности. В 1902 году братья Dodge заключили важное соглашение с Генри Фордом, поставляя ключевые детали для ранних автомобилей Ford, включая знаменитую Model T. 1914-1920. Создание бренда. В 1914 году братья Dodge решили производить собственные автомобили, представив первый автомобиль Dodge — Dodge Model 30. Он отличался такими инновациями, как цельнометаллический кузов и 12-вольтовая электрическая система, устанавливая новые стандарты прочности и надежности. В 1916 году автомобили Dodge стали знаменитыми за свою прочность во время Первой мировой войны, служа военными транспортными средствами. Они также стали вторым по величине производителем автомобилей в Соединенных Штатах. В 1920 году оба брата Dodge трагически умерли от гриппа, и компания столкнулась с неопределенным будущим. 1920-1930. Переход и расширение. В 1925 году компания Dodge Brothers была продана инвестиционному банку из Нью-Йорка Dillon, Reed & Co., за 146 миллионов долларов. В 1928 году Уолтер П. Крайслер приобрел Dodge, интегрировав его в корпорацию Chrysler. Это приобретение ознаменовало начало эволюции Dodge в качестве основного бренда в составе Chrysler. 1930-1950. Инновации и адаптации. В 1930-е годы Dodge представил серию популярных моделей, включая Dodge 8 и обтекаемый Dodge Luxury Liner. Бренд стал известен инженерным мастерством и стилистическими инновациями. В период с 1942 по 1945 годы, во время Второй мировой войны, Dodge переключил производство на военные транспортные средства, включая грузовики и скорые помощи, сыграв значительную роль в военных усилиях. В 1946 году, после войны, производство возобновилось с моделями, такими как Dodge Deluxe и Dodge Custom, которые были хорошо восприняты в бурно развивающейся послевоенной экономике. 1950-1980. Эра Muscle Car. В 50-е годы Dodge стал синонимом производительности и стиля, представив модели, такие как Dodge Coronet и Dodge Royal. Запуск Dodge Dart в 1960 году стал еще одной вехой. В 1966 был представлен Dodge Charger, ставший культовым Muscle Car, известным своими мощными двигателями и элегантным дизайном. В этот период также появился Dodge Challenger в 1970 году, укрепив репутацию Dodge на рынке Muscle Car. В 70-е годы нефтяной кризис и изменения в регулировании привели к вызовам. Dodge адаптировался с более экономичными моделями, такими как Dodge Omni и Dodge Aspen. 1970-2000. Адаптация и инновации. В 80-е годы введение Dodge Caravan в 1984 году произвело революцию на рынке минивэнов, став одной из самых успешных моделей бренда. В 90-е годы Dodge продолжил инновации с моделями, такими как Dodge Viper — высокопроизводительный спортивный автомобиль, представленный в 1992 году, демонстрируя приверженность бренда мощности и производительности. 2000 — настоящее время, современная эра и глобализация. В 2009 году глобальный финансовый кризис привел к банкротству Chrysler и последующей реструктуризации. Fiat приобрел долю в Chrysler, что привело к созданию Fiat — Chrysler Automobiles, или FCA. В 2014 году Dodge сосредоточился на производственных автомобилях, отделив линию грузовиков в отдельный бренд Ram. Dodge Challenger и Charger были обновлены с акцентом на высокопроизводительные варианты, такие как Hellcat и Demon.
В 2021 году слияние FCA и PSA Group образовало Stellantis, новую глобальную автомобильную компанию. Dodge продолжает процветать в рамках этой новой структуры, сохраняя наследие производительности и инноваций. Наследие и влияние. Путь Dodge от поставщика запчастей до культового автомобильного бренда отмечен устойчивостью, инновациями и приверженностью производительности. Его автомобили оставили неизгладимый след в автомобильном мире, от ранних прочных моделей до легендарных масл-кар и современных производственных машин. Сегодня Dodge остается символом американского автомобильного гения и любимым брендом среди автолюбителей во всем мире –